Так, уважаемые коллеги, добрый день. Ну, возвращаемся к той теме, о которой мы с вами говорим последние почти три месяца. Это поражение органов пищеварения при COVID-19. И на этот раз мы с вами будем обсуждать возможные последствия при синдроме раздраженной кишки. Ну и вообще синдром раздраженной кишки, поскольку тот интересный препарат, о котором мы сегодня будем говорить, стал работать так, что вызывает массу вопросов у людей, потому что препарат работает, а нам хотелось бы, чтобы он работал еще лучше и еще шире. Значит, давайте мы все-таки перейдем все-таки к тому моменту, на котором мы всегда останавливаемся. Это вот тот логотип, под которым мы проводим все выездные и невыездные мероприятия нашего научного общества гастроэнтерологов России. Это вот шестерка, как мне кажется, великих людей, значение вкладов которых очень важно для современного понимания заболеваний органов пищеварения и заболеваний человека вообще. Ну, Луи Пастер, не врач, кстати говоря, специалист по виноделию, но не забудем о том, что все-таки понятием пастеризации мы обязаны ему, поскольку это здоровая пища. Илья Ильич Мечников, гений, друзья мои, это просто гений. Масса направлений в современном здравоохранении, в современной медицине разработана благодаря ему. А Илья Ильич здесь находится, потому что он первым сказал, что наше здоровье, наше долголетие зависит от состава нашей кишечной микробиоты. И ему принадлежит открытие и лактобацилл, и бифидобактериоз. Не отлично, а та школа, институт Пастера, которого он возглавлял после смерти Луи Пастера. Рудольф Вирхов. Много ему досталось от нашего бывшего советского здравоохранения, потому что Рудольф Вирхов первым сказал, что организм – это государство клеток, это единство клеток, клетки общаются между собой. И это мы сейчас прекрасно понимаем, потому что одна клетка сама по себе – это клетка, а когда они вместе – это действительно государство, это организм. И кроме того, Вирхов сформулировал понятие, что каждый рак – это прежде всего воспаление. Сейчас мы говорим о любом воспалении – бактериальном, вирусном, химическом, термическом, асептическом воспалении, sterile inflammation, говорят на Западе. И это все идет от верху. Все это начало рака. Зигмунд Фрейд. Великий человек, который сейчас мы начинаем понимать его по-другому. Потому что вообще-то он, конечно, психиатр и психолог. Он психоаналитик. Теория неврозов и теория подсознательного – это его. Но сейчас, когда мы с вами говорим о нашей лекции, сегодня мы будем говорить о том, что такое синдром раздраженной кишки, что такое ось мозг-кишка и кишка-мозг, то, если мы вспомним термины Фрейда, то это оно, это кишка, это наше оно, так? А я, эго, это наше подсознательное, а суперэго – это наше сознание. Вот поэтому здесь у нас находится Зигмунд Фрейд. Иван Петрович Павлов, еще один у нас Нобелевский лауреат наряду с Мечников. Это учение об условных и безусловных рефлексах, да? И Иван Михайлович Сеченов – это кора головного мозга, все-таки то, что руководит жизнью человека и жизнью современного общества. Это суперэго. Теперь еще одна дата, которую мы сегодня будем обсуждать. Это 29 мая, совсем недавно прошло, Всемирная гастроэнтерологическая организация, видите, World Digestive Health Day 2020. Это Всемирный день здорового пищеварения. Он посвящен, вот это логотип Всемирной гастроэнтерологической организации, 29 мая, World Gastroenterological Organization, gut microbiome, микробиом, не микробиота, а микробиом. Что такое микробиом? Это суммарный геном, который находится внутри нас и руководит всей нашей жизнедеятельностью. Это суммарный геном нашей микробиоты. Теперь в отношении дефиниции. Значит, микробиот – это микроорганизмы, которые находятся внутри и наружу поверхности тела. Это микробиота. Так? А микробиом – это коллективный геном всех микроорганизмов.
Значит, есть коллективный геном клеток человека, вспомним Рудольфа Вирхова, и коллективный геном всех микроорганизмов. Мутуализм, то, что мы сейчас будем обсуждать, это взаимосвязь между двумя организмами на различных уровнях с пользой или для взаимодействия двух организмов. Это взаимодействие человека и его микробиоты, которое осуществляется через коллективный геном микроорганизма и человека. И симбиот. Два дифференцированных организма в двух образцах, которые либо закрыты, либо докрыты для биологического сотрудничества. Значит, мутуализм рождает симбион, либо патобион. Извините, я не на то нажал. Так, значит, надо выключить. Так, теперь что же влияет? Вот смотрите, как изменяется вообще, как влияет микроорганизмы, как влияет коллективный геном на гены человека. Вот это вот человеческий ген. Видите, это рибонуклеиновая кислота, это дезоксирибонуклеиновая кислота, и вот это вот все, вот это вот ядро, гистон, так? Вот это вот, вот хромосома, то, что здесь все находится внутри. Но вот это все представляется нам неизменным. Вот ген человека, он неизменен. Голова сверху, два глаза, нос, два уха, рот и все как полагается. Вот это вот все здесь вот зашифровано. Иного быть не может. Могут быть врожденные патологии. Так? Но суммарно ген все-таки для всего человечества остается единым. Но человечество меняется. И что же влияет на изменение гена? А вот эти вот маленькие частицы, которые садятся и изменяют деятельность гена. Вот это момент, вот видите, вот это метилирование, это посттранснациональная модификация вот сюда. Значит, молекулы, которые изменяются в ходе жизни человека, они влияют на его генетику. И мы с вами прекрасно знаем, как это проявляет себя в развитии разных болезней. То, что происходит сейчас, смотрите, эпидемия ожирения. Почему? Да потому что изменяется вот эта вот структура гена. Ген-то не изменен, а вот эпигенетика начинает изменять наследственность. Теперь, вот видите, как можно модифицировать эту эпигенетическую. Вот то, что известно. Вот знаете, уже известно, что, скажем, у матерей, страдающих ожирением, и детишки рождаются ожирением. И эпидемия ожирения среди детей и подростков сейчас во всех странах мира известна. Значит, это передается по наследству. Это называется уже эпигенетикой. Так как можно изменить эпигенетику? А очень просто – вернуться к тому, что вначале нам заложено природой. Значит, смотрите, что изменяет эпигенетику? Физические упражнения, чистый воздух, вода и солнечные ванны, не табакокурение, эмоциональное здоровье и факторы питания. Так? И все это рождает противовоспалительные, антиоксидантные и антимутационные эффекты. Знаете, вот эти факторы транскрипции, они начинают исчезать, и ген остается чистым. Вот они, факторы транскрипции, в частности, метилирования. А транскрипционные факторы, они находятся у нас тоже в кишке. О, Господи, я все не то переключаю. Так. Значит, вот, эпигенетика – это область генетики, изучающая механизмы наследственности, в основе которых не лежат изменения первичных последствий ДНК и РНК. Мы с вами картинку видели. Эпигенетическая регуляция – процесс, приводящий к изменению активности гена без изменения его кодирующей последовательности, который стабильно наследуется после исчезновения фактора, вызвавшего это изменение. Итак, эпигенетика влияет на нашу наследственность. Ну а теперь давайте, что же нам надо было бы сделать, чтобы вот этот вот зловредный вирус SARS-CoV-2 не повлиял на нашу наследственность? Потому что видите, что он из себя представляет? Вот это вот все спираль, или змея такая вот ядовитая, она закручена внутри этого шара. Да, вот эти имеются спайки, выступы, да, которые присоединяются к человеческому рецептору АЦЕ2, это ингибитор АПФ2. Вот они на что влияют. Это спайковый гликоген. Вот они соединяются, он проникает тогда в клетку и начинает в клетке себя воспроизводить. Так, что же происходит дальше?
АПФ-2 является мишенью для коронавируса. Вот он проникает в клетку. Вирус атипичной пневмонии, один из ближайших родственников, это было известно, вот это вот дальневосточная лихорадка, потом была средиземноморская лихорадка, там, да, это все коронавирусы. Но вот сейчас наш коронавирус, вот этот SARS-CoV-2, то, что нам получилось в Китае, сейчас в Китае вторая вспышка. Органы-мишени, где находятся эти рецепторы ингибиторов? Он представлен на эпителиоцитах дыхательных путей, органов пищеварительного тракта и желчных протоков. Значит, в носоглотке, в легких, в печени обязательно, и больше всего не в самих гепатоцитах, а в холангиоцитах, и в органах пищеварения, начиная с желудка, в тонкой кишке, в толстой кишке, везде. Вот, по данным многих исследователей, нет, это не то, коронавирус тропен к органам пищеварения. Так? Иммунофлуоресцентные показатели, что белок, который, как было так, является клеточным рецептором, обильно экспрессируется на железе, мы уже об этом говорили, на клетках эпителия 12-перстной кишки. Секвенирование одноклеточных РНК из двух независимых выявили значительную экспрессию в холангиоцитах и гепатоцитах. Мы с вами уже говорили. Значит, повреждаются как печень, так и кишка. Сейчас у меня было много лекций по заболеваниям печени, сейчас мы будем говорить о поражении кишки. Ну и вот мне был представлен, я хочу благодарить доктора Марину Ли, которая представила обзор, который показал, в обзоре показано, в каком проценте случаев поражаются органы пищеварения. Очень часто, и, кстати говоря, показано, что поражение органов пищеварения и поражение печени значительно утяжеляет течение самого COVID-19 и является признаком плохого прогноза. Не плохим прогностическим признаком, а признаком плохого прогноза. Так нужно говорить. Значит, смотрите, что еще было показано в Китае. Перед выявлением респираторных симптомов у многих пациентов с COVID-19 была диарея, тошнота, рвота, дискомфорт в животе. Половина госпитализированных больных с тяжелым течением COVID имели симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Сопутствующие заболевания ассоциированы, как мы уже с вами говорили, с более неблагоприятным клиническим течением исходом у пациентов с COVID-19. Это тоже мы уже говорили. Теперь, значит, возвращаемся к проблеме нашей, которую мы сегодня будем обсуждать, синдром раздраженной кишки. Впервые об этом я услышал от уважаемых профессоров Парфенова и Ручкины в те далекие годы, когда я еще руководил институтом гастроэнтерологии. И был тогда выведен постинфекционный синдром раздраженной кишки. Видите, что пишут наши зарубежные коллеги? От 7 до 33% пациентов, перенесших кишечные инфекции, в период от 3 до 4 месяцев до 6 лет развивается картина синдрома раздраженной кишки. Не проходит бесследно воспаление. Значит, диагностические критерии соответствуют диагнозам Римских критериев, сейчас мы об этом будем говорить. Упоминание в анамнезе о перенесенных кишечных инфекциях, обнаружение маркеров острого кишечного воспаления в субстратах больного, тоже будем говорить. Нарушение состава микрофлоры в бактериальных исследованиях кала, то есть такой дисбиоз. Избыточный бактериальный рост тонкой кишки, мы знаем, СИБР, синдром избыточного бактериального роста, имеющий определенную клинику. Изменение мукозной микрофлоры слизистой оболочки тонкой кишки и положительный эффект от лечения антисептиками и пробиотиками. Об этом говорили Асфальт Иванович Парфенов и Ирина Николаевна Ручкина в 2006 году. Тогда не было известно того препарата, о котором мы с вами будем сейчас говорить. Вот там упомянули дисбиоз кишечника. Значит, у группы больных с появлением симптомов СРК предшествует острая кишечная инфекция. Выделяют особую постинфекционную форму синдрома раздраженной кишки, при которой отслеживается отчетливая связь возникновения симптомов с инфекционным гастроэнтеритом. И вот смотрите, значит, вот сейчас мы с вами уже начинаем иметь больных, которые выздоровели после COVID-19 и которые перенесли в том числе и кишечную его форму или смешанную. Я вас уверяю, коллеги, у нас будет наплыв больных с синдромом раздраженной кишки постинфекционной. Протекает синдром диареи. Диарея очень часто. В Китае было до 60% появляли диарею. Причем, значит, там разные были моменты указаны. Или высевали, или получали РНК. Так вот, когда высевали,
то есть выделяли вирус COVID-19, говорили о том, что может быть осуществляться передача вирусно-орально, фекально-оральная передача. А когда выделяли у некоторых больных РНК, то говорили, что такой передачи быть не может. Возражать против этого невозможно. Если вирус выделяется, да, это один контингент больных, а те, которые выделяют РНК, ну, это другой контингент, они уже перенесли. Теперь признаки. Вот наши коллеги, значит, Алексей Андреевич Самсонов, Лена Юрьевна Плотникова из Самсонов из Москвы, Плотникова из Кемерово, они вот выделили, как дифференцировать основные признаки после дифференциальной диагнозы синдрома раздраженной кишки. Начинают дифференцировать раком, и это снах не снимает, а так нам эти больные будут обращаться, нас не снимает возможности диагностики, потому что больные, перенесшие COVID-19, но у них может быть не диагностировано, вполне ранее существовавшие до того, как они заболели или заболели ковидом. Дивертикулярные болезни, целиакия, кстати говоря, очень часто пропускаемые болезни. Очень, я вижу довольно много таких больных, и они, кстати говоря, сочетаются. И непереносимость лактозы, так, дефицит лактазы, и непереносимость белков пшеничных. Болезнь Крона, язвенный колит, да, это тоже, к сожалению, просматривается. Лекарственная индуцированная диарея сколько угодно. Видите, антибиотики, магний, антациды, ингибиторы протонной помпы. А, видите, ангиотензин, превращающий фермент, или статины. Да? Вот он фермент. А говорят, что вирус не идет. Там, на этом самом уровне. Микроскопический колит – это ишемический колит. Надо смотреть сосуды, абдоминальные, артериальные сосуды. Синдром избыточного бактериального роста – это явно совершенно дисбиоз. Ну и лактазная недостаточность. Я вам говорю, что лактазная недостаточность часто сочетается с целиакией. Теперь мы говорили вот в 16 году 4-й римский критерий СРК. Я вообще к этому отношусь с большущим уважением к римским критериям. Но, друзья мои, это же все крайне сложно установить. Так? Вот смотрите, как нам расспросить больного. Рецидивирующая боль в животе по крайней мере один раз в день, неделю за последние 3 месяца, началом 6 месяцев до постановки диагноза, ассоциированная с 2 симптомами. Ну, я всегда в полупоклоне. Ром-фо, это ром-фо. Так, ну мы такой вопрос можем задать больному? Ну, если не забудем формулировку, связанный с дефекацией, связанный с частотой стула, с изменением формы стула. Ну, проще спросить, болит, когда по-большому или нет. Дополните, патологическая частота стула менее 3 раз в неделю, более 3 раз в день. Патологической формы стула. Но везде же проще показать больному ту самую знаменитую Бристольскую шкалу, и пусть он покажет пальцем. Натуживание при дефекации, императивный позыв или чувство неполного опорожнения. Это можно спросить. Но разделение СРК по РУМ-4. СРК с запором. Твердый стул больше 25%, жидкий стул меньше 25%. Друзья мои, я не против. Вот я к моему однокашнику Валерию Михайловичу Махову, который это все изложил, просто замечательно. Да, они из Сеченского университета. А как это больному спросить? А мы сами можем ответить больше 25% про себя? 25% или меньше? Ну, или так далее. Значит, или вот неклассифицируемый СРК патологическим критерием ЦБ, ну, значит, пусть будет в качестве ориентира. Все-таки главным этиологическим фактором признаются острые или хронические психотравмирующие ситуации, глубинные внутриличностные конфликты. Обратимся к Фрейду. Формируется нарушение восприятия боли в отношении механических раздражителей на всем протяжении кишки. Висцеральная гипералгезия проявляется в снижении порога восприятия боли, ощущения боли, а также нарушением моторики кишки. Вспомним старинную врачебную истину, старинную врачебную мудрость.
всякий клопат – невропат. Ну, а теперь, значит, давайте перечислим все, что может быть, и все то, что нужно было бы расспросить у больного. Значит, причины развития дисбиотических расстройств, приводящие к развитию заболеваний органов пищеварения, функциональных, органических или метаболически ассоциированной жировой болезни печени. Не напрасно употребляю это новый термин, потому что старый термин «наш» уходит в прошлое, как всякое отрицание. Что такое «наш»? Неалкогольная жировая болезнь, значит, отрицание. На основании отрицания номинацию строить нельзя. Значит, МАШ – метаболически ассоциированная болезнь печени. Ну и теперь что же мы имеем в результате? Почему у нас у всех расстраивается деятельность кишки? Употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих технологические пищевые добавки, эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса. Когда я по телевизору слышу рекламу, смотрите, какая дешевая колбаса, там чуть не там, по 99 рублей, я думаю, господи, ну за что же это? Ну не надо все-таки. Да? Что там мясного-то в этой колбасе? Сельхозпродукты, содержащие вещества, повышающие активность производимой продукции. Антибиотики, гормоны, индустриальные загрязнители окружающей среды, химические препараты для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями растений. Значит, все это увеличивает урожай, все это увеличивает вес животных, и все это поступает к нам, пусть переработанным, но в таком виде, в котором, которому наша микробиота не привыкла, непривычна. Значит, вот это вот, позволю себе употребить выражение в отношении современных продуктов, которые называют, звучит так, что современная пищевая промышленность напоминает не кухню, а химическую лабораторию. Ну а сельхозпродукция, значит, там бесконечное удобрение, все, что поступает в нас. И все то, что мы с вами съедаем вместе с этим, все это называется ксенобиотиками, потому что это ксенобиотики или ксенобиотики – это то, что не свойство нашему организму. Нарушение баланса оси мозг-кишка, истерия, депрессия, психопатия. Сейчас мы к этому вернемся. Значит, наш мозг теснейшим образом связан с деятельностью кишки. Недаром анатомические извилины головного мозга и кишечные петли напоминают друг друга. Сейчас я вам там покажу дальше. Кишечник называют вторым мозгом. Хронические соматические заболевания сопровождают снижение иммунитета. Все идет отсюда. Leaky gut, дырявая кишка. Дальше я вам покажу. Энзимные недостаточности, мы об этом говорили. Запоры, конечно. Отдельная у меня лекция по запорам, там происходит нечто. Значит, разные причины запоров, в том числе и психогенные, но все же это всасывается. Лекарственные вещества, ксенобиотики, уже говорили, нестероидные противовоспалительные, антигистамины, антидепрессанты. Кстати говоря, антидепрессанты в основном это ингибиторы обратного захвата серотонина. А где у нас в основном вырабатывается серотонин, друзья, он вырабатывается в кишке. 95% серотонина вырабатывается в кишке. Значит, ингибиторы обратного захвата серотонина работают именно там. Дальше, постоянное голодание. Лекция у меня есть отдельная по мальабсорбции. Диеты с повышенным содержанием сахаров. Не глотайте, ради бога, вот эти вот напитки, которые содержат большое количество сахара. Да? Жиры, низкое содержание пищевых волокон. Нарушение вертикального горизонтального переноса микробиоты. Да? Должно быть так. Вот то, что, ведь микробиоту, которая имеется у мамы, получает ее малыш. Да? И потом он с ней живет, и его микробиота формируется примерно такой же, из тех же штаммов, что у мамы. Но еще малыш начинает получать микробиоту из окружающей среды. Когда он ползает по полу, все тянет в рот, он же все получается. И на этом формируется его иммунный фон, его здоровая или дырявая кишка и из-за заболевания. Чрезмерное употребление спиртных напитков тоже очень... Ну, во-первых, они вызывают дырявую кишку. А во-вторых, что такое хронический алкоголизм? Это избыток эндогенных кишечных бактерий, которые вырабатывают эндогенный этанол. Им по 100, примерно 5 грамм в сутки у нас вырабатывается эндогенного этанола. Если мы начинаем употреблять экзогенный этанол, то
то эти ребята очень быстро привыкают к тому, что поступает больше. К ним присоединяются их родственники, и они требуют экзогенного этанола. Значит, алкоголизм – это не болезнь мозга или психики поначалу. Поначалу это болезнь микробиоты. Соли тяжелых металлов тоже все понятно, но и стрессорные ситуации. Там космические перелеты и тому подобное, перелет на дальний. Все это приводит к расстройству. Ну а теперь мистер Дроссман, который я с удовольствием выслушал в прошлом году на Всемирном конгрессе Всемирного гастроэнтерологического общества в Стамбуле. Вот это психиатр, который сформулировал теорию раздраженной кишки и концепцию, и все к нему присоединились. Вот он предложил биопсихосоциальную модель применительно к синдрому раздраженной кишки. Итак, значит, в ранней жизни что влияет на развитие его? Генетика, культура, среда, травмы, инфекции, поведение родителей. Теперь мы знаем, что это эпигенетика. Психосоциальные факторы, вот то, что влияет. Друзья, мы обратимся опять к Фрейду. Центральная нервная система и кишечная нервная система, они связаны между собой. И вот эти вот связи влияют и вот на психоэмоционально. Они не могут изменить раннюю жизнь и поведение родителей. Но психосоциальные факторы, состояние кишечной моторики, ощущение иммунитета, микрофлоры и характер питания, ведь наши пищевые привычки – это зависимость нашей микробиоты от той пищи, которую мы употребляем. Это связано между собой, вот эта вот ось, мозг, кишка. Все это определяет клинику, симптомы тяжести поведения больного в эти вот моменты, больного, страдающего синдромом раздраженной кишки, а их все больше и больше. Мало того, это предшествует абсолютно всем заболеваниям. Посмотрите, если вот каждый из вас, любимые мои доктора, проанализируете больного с любой соматической патологией, так, и покопаетесь в его гастроэнтерологическом анамнезе, вы обязательно найдете какую-то патологию. И либо она предшествует, либо она сопутствует любому соматическому заболеванию, любой нозологической форме. Да? Ну и к чему это все исходы, жизненная активность, качество здравоохранения, так, и стоимость лечения. Все, вот это все сформулировал Дроссман. Я бы себе добавил психосоматические заболевания. Так, воспаление. Говорили мы про Рудольфа Вирхова. Значит, воспаление регуляции моторики. Центральная сегментарная местная регуляция. Центральная нервная система, стресс – это что? Это нейровоспаление. Так? Вегетативная нервная система, симпатическая, парасимпатическая. Воспаление на местном уровне. Интеральное. Сплетение Месснера, Ауэрбаха, подсерозное сплетение. Все вам покажу. А вот здесь уже начинают вырабатываться предикторы воспаления. Фактор некроза опухоли альфа. Интерлейкин-1-Б, гистамин и трептаза. Все это уже на месте. Но нужно сказать, и что вот здесь вот тоже, и здесь тоже в определенных количествах. А видите, как называется работа 2012 года? Brain Gut Interaction in IBC. Связь мозга и кишки при синдроме раздраженной кишки. Итак, значит, вот вернемся в такую микроанатомию, значит, вот ауэрбаховское сплетение, вот оно, значит, между мышечными слоями, и вот месснерское сплетение, оно вот здесь, вот, ближе уже к сосудистой, такой не сосудистой, а уже соединительной ткани оболочки мозгов. Оболочки кишки. Вот это просвет кишки. Значит, вот серозная оболочка, продольная мышца, круговая мышца, субмукозный слой, вот мы о чем говорим, вот слизистая оболочка. Но там есть еще один момент, там есть еще интерстициальные клетки Кахаля, которые, Кахаль, кстати говоря, получил тоже Нобелевскую премию вот за эти вот интерстициальные клетки. А вот это вот нервные сплетения, в которые сходятся все аксоны вот этих вот нервных волокон. Видите, получается так, что кишка наша как чулком одета нервными сплетениями. И люди подсчитали, наши коллеги подсчитали, что количество нервных клеток в кишке примерно такое же, как в нашем головном мозге. Комплексный патогенез синдрома раздраженной кишки. Значит, вот эти релизные факторы, которые вызывают провоспалительные изменения в слизи и подтверждают на цитиптинный порог. Тревога, депрессия. Все начинается с головного мозга.
Генетическая предрасположенность, полиморфизм генов, да, активация иммунных клеток, снижение ноцицептивных порогов энтеральной нервной системы, центральной нервной системы. Это все приводит к нарушению энтероэндокринных клеток, активации иммунных клеток. Вот оно что в кишке. А что запускает вот это вот? Кишечная инфекция, нарушение микрофлоры, и мы об этом говорим применительно к ковид-колиту или ковид-энтериту. Увеличение проницаемости слизистой. Что такое очень просто? Склики гад, дырявая кишка. Сейчас картинку покажу. Пищевые аллергены, они идут отсюда. Мароабсорбция желчных кислот. Ничего без желчных кислот не обходится. Печень вырабатывает желчь в количестве примерно 1-2 литра в сутки. Главное ее содержание – это желчные кислоты. Весь пул желчных кислот, которые обладают разнонаправленным действием, они регулируют наш метаболизм, потому что печень – это тоже громадная железа, которая вступает в взаимодействие мозг, печень, печень, кишка, и даже печень легкие, так как и кишка легкие. Да? Но регулятором, и желчный кислот является регулятором. Это сигнальные молекулы, которые участвуют в том числе в метаболизме холестерина, метаболизируясь через микробиоту 12-перстной и тонкой кишки. Но они же способствуют и выработке холестерина, проатерогенного холестерина, холестерина низкой плотности. У нас же в организме три холестерина. Тот, который мы съедаем, это эндогенный, то есть это экзогенный холестерин. Он почти никакой роли не играет, если им не злоупотреблять. Это экзогенный холестерин, который вырабатывается в печени неповрежденных гепатоцитах, и там имеется баланс между про- и антиатерогенным холестерином, между холестерином низкой и высокой, между липопротеидами низкой и высокой плотности, и энтеральный холестерин, который вырабатывается в кишке. Так вот, регулятором метаболизма желчных кислот является урсодеоксихолевая кислота. Ну а теперь что нас с вами ждет? Причины развития постинфекционного синдрома, раздраженного после COVID-19. Ну, наличие предшествующих заболеваний, да? Конечно же. Я не думаю, чтобы все были люди абсолютно здоровы. Так? Наверняка у кого-то что-то есть. И люди, к несчастью, заболели этим COVID-19. Ну, стало быть, психологически это очень тяжело. И я знаю по своим знакомым, которым болели, они все находились в депрессии, абсолютно все. Нарушается баланс мозг-кишка. Хронические соматические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета. И все мы прекрасно знаем, что у больных, страдающих заболеванием печени, алкогольной жировой болезни печени и сахарным диабетом второго типа, тяжелее протекает COVID-19. Я уже не говорю о больных с поражением печени, с циррозами, больных с болезнью Крона или онкологических больных, или больных с туберкулезом. Врожденные приобретенные энзимные эффекты. Смотрите, повторяется то, что было в римских критериях, тоже здесь сейчас. А применение влечебных ксенобиотиков в громадных количествах, них тоже не считается. У меня, знаете, ну не могу сказать, что там волосы дыбом, но когда я узнал, что рекомендуют широко применять всем парацетамол, так парацетамол даже гипотропный яд. Он был вставлен во все, никто на это не обращал внимания. Постоянное голодание, диета с повышенным содержанием сахаров. Что больным там дают, мы не знаем. Честно говоря, наверное, кормят правильно. Так, какие столы? Нигде ничего не слышал. Нигде. Так? Ну а то, что они не едят вначале, как кормят больных на находящихся ВЛ, просто не знаю. Нарушение вертикального горизонтального переноса и стрессорной ситуации. Все то же самое. И когда больной выздоровеет, вот все это будет на. Как осуществляется связь между головным и кишечным мозгом? Ось мозг-кишка. Значит, блуждающий нерв, нервус вагус, контролирует перистальтику кишки, выделение из него кишечной клетки микробиота, определяет секрецию серотонина. Серотонин, мы с вами говорили, он образуется в основном в кишке, 95%. Контролирует многие регионы мозга, включая ядро шва, которое отвечает за производство серотонина для отдыха мозга. Восстанавливает влияние пробиотиков на депрессию. Так? И дальше. Food Drug Administration еще 20 лет назад утвердила метод воздействия на блуждающий нерв как один из возможных способов лечения резистентной депрессии. Было показано, что подобное лечение достигло эффективности 45,
44% случаев депрессии приводило 29% ремиссии в год. Запомним это, потому что тот препарат, который мы будем обсуждать, он как раз на это и направлен. Итак, в целом, подводя итог, что такое синдром раздраженной кишки? Устойчивость совокупности функциональных расстройств проявляется болью, прежде всего приходит с болью. Дискомфорт в животе, так изменения после дефекации или запоры, или понос, или неустойчивый стул, так консистенция кала, выделение слизи с калом, метеоризм. Причина – депрессия, психические нарушения, нерегулярный прием пищи, перенесенные кишечные инфекции. Причина или следствие? Ну а теперь наш микробиом. Значит, что он из себя представляет? Это орган, в его составе примерно 100 триллионов микроорганизмов, значит, он весит около 2 килограммов. Это вот цифра, на которых можно не останавливаться. Ну вот мы говорили о геноме его. Значит, количество генов микробиомов в 150 раз больше, чем генов человеческого тела. Так? По площади это примерно 2 теннисных корта. Так? Вот. А теперь клеток больше его значительно, чем клеток человеческого тела. Так? Да, на 90% больше генома, чем человека. Отношение вирусов к бактериям 5 к 1. Вот COVID-2, это же вирус. Мне недавно пришлось читать лекцию по геликобактеру и COVID-19. Но это не... Значит, геликобактер, с моей точки зрения, готовит площадку, если имеется пленка геликобактера. Он готовит площадку для внедрения COVID-19, потому что геликобактерная пленка разъедает слизистый слой, и туда внедриться легче. Но мне кажется, что COVID-19 и так через эту слизь проходит как нож масла. Так? Вот. Ну вот я на что хотел обратить внимание. Видите, это дактилоскопический отпечаток. Это индивидуальная характеристика каждого из нас. Точно так же, как индивидуальная характеристика количественных и качественных взаимоотношений нашей микробиоты. Ну а вдобавок, чтобы поразить нас цифрами, если микробиоту одного человека сложить вот в такую вот длинную полоску, то эта полоска в 2,5 раза опоясывает земной шар. Ну нормально, весит около 2 килограмм. Теперь мозг кишка. Вот они, пожалуйста, мозг кишка. Вот все, что взаимодействует. Треугольник, мозг, печень, кишка. Все это теснейшим образом взаимодействует. Так. Механизмы взаимодействия. Как оно осуществляется? Через модуляцию кишечного барьера, через модуляцию афферентных сенсорных нервов, через создание молекул, сигнальных молекул, которые выполняют роль локальных трансмиттеров в кишечной нервной стенке. ГАБА, серотонин, мелатонин, гистамин, ацетилхолин. Через генерацию оксида азота, через производство сероводорода, через производство утилизации аммиака. Это все сигнальные молекулы. Через производство короткоцепочных жирных кислот, влияющих там на память, на все. Через выполнение биологически активных пептидов энтероэндокринных клеток. Это наш характер питания. Аппетит, чувство насыщения и избыточной массы тела через активацию иммунной системы кишечника. Итак, вот такая картинка. Значит, в желудочном мозге сконцентрирован нейропередатчик серотонин, мы об этом говорили, благодаря этому веществу нервные клетки желудка самостоятельно управляют пищеварением, посылая сигналы в головной мозг. А спинной мозг является продолжением спинного мозга. Итак, желудочный мозг может работать автономно. Как осуществляются связи? Это вот иллюстрация той картинки, которую я с вами говорил. Эндокринные факторы, да, вот, через гланды адреналин, через адреналин, через кортизол, попадает в кровь, через кортизол регулирует деятельность кишки, вот факторы диетические, пробиотики, пищевые волокна, жир, карбогидрат, так,
головной мозг, это вот гипоталамус, и здесь как он регулирует через спинной мозг, через афферентные нервы и через кровь, через лимфу. Все это теснейшим образом взаимосвязано. Ну а вот такая классическая картинка 2010 года – это здоровое функционирование центральной нервной системы, здоровое поведение, нормальные когнитивные функции, эмоции, прекрасное восприятие, здоровый уровень воспаления клеток и медиаторов, нормальная кишечная микробиота при здоровой кишке. А вот то, что приводит стресс, прежде всего, который сказывается, на стресс реагирует прежде всего наша кишка, не головной мозг. Стресс, альтернативное поведение, подавление когнитивных функций, эмоций, восприятия, повышенное воспаление и интестинальный дисбиоз. Вот мы с вами говорили о синдроме дырявой кишки, leaky gut. Преобладают факторов агрессии, те, которые мы перечисляли, помните? Начиная с ксенобиотиков, питания, депрессии, тяжелых металлов, путешествия. Все это повреждает слизистый слой кишки, приводит к нарушению плотных контактов. И вот сюда начинают проникать токсины. Так? Вот сюда. Развивается воспалительная реакция, воспаление низкой или высокой интенсивности, за это мы говорим функциональное расстройство. Это СРК, синдром раздраженной кишки, то, что свойственно. Это висцеральная гиперчувствительность и боль, постоянно приходит, держится вообще за весь живот. Так? И нарушение передачи, нарушение моторики, либо поноса, либо запора. Вот и вся вам картина патогенеза синдрома раздраженной кишки. Теперь вернемся к признаку Фрейду. Головной мозг. Фрейд, изучавший депрессию, изучавший неврозы, он говорит, что причина три. Причина неврозов и депрессии всего три. Одна находится внутри нас, внутри нашего организма, другая находится внутри нашего сознания, третья находится во внешней среде. Вот три причины депрессии и неврозов. Депрессия не признак слабости, а признак того, что вы слишком долго пытались быть сильным, говорил Зигмунд Фрейд. Это значит, мы очень хотели удержаться. А что? Мы держались долго, произошел срыв. Так? И еще одно заключение Зигмунда Фрейда. Вот мне очень нравится его эта фотография. Кстати говоря, таким он изображен и на одной из картин известного каталонского художника. К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать, но они изнутри продолжают влиять на человека. Вот синдром раздраженной кишки. То, что раньше называли желудочным неврозом, кардионеврозом. Так? Вот раньше были такие термины. Сейчас мы говорим, представляем немножко по-другому. Состояние моторики при синдроме раздраженной кишки. Значит, что можем мы получить? Моторика. Изучают вот индекс подвижности, миоэлектрическая активность, время транзита. Да? Моторика тонкой кишки – это все способы ее изучения, воздействия. Но прежде всего, конечно, мне бы хотелось остановиться на том, что мы говорим. Это инфекция, аллергия – это проявление синдрома leaky gut, синдрома раздраженной кишки. Так? Желчные соли, короткоцепочные кислоты и висцеральные инфекции. Вот изменение рецепторного порога. А дальше это все методы изучения. Теперь лечение. Ну, больные приходят, конечно же, прежде всего к терапевту. С ним нужно поговорить, друзья мои, что я вам могу сказать. За 12 минут беседа с пациентом, общие рекомендации, что вы по диете. Больше пищевых волокон. Самое простое, что вы можете рекомендовать, это, конечно же, овощи и фрукты, в количестве от 600 до 800 граммов в день. Консультация психолога. Нужно это еще получить разрешение, между прочим, у страховой компании. Медикаментозная терапия, гипноз. Ну, это уже группа взаимопомощи. Значит, нужно создание групп самообучения для такого рода больных. В некоторых ЛПУ первичного звена это есть. Что мы обычно назначаем? Спазмолитики, антидиарейные препараты, иммунодепрессанты, анальгетики. Ну и что мы имеем в виду? Спазмолитики, значит, ну, наверное, да, антидиарейные, да, антидепрессанты. Ну, здесь мы следуем целиком заветам нашего великого учителя Дроссмана.
прошлом году на своей лекции он рекомендовал начинать с мощных препаратов антидепрессантов, ингибиторов обратного захвата серотонина. Ну и анальгетики. А что такое анальгетики? Без этого они все равно глотают. Но мы с вами знаем, что нестероидные противовоспалительные препараты тоже приведут к развитию синдрома раздраженной кишки. Но если направят гастроэнтерологу, то тогда нам нужно с вами разбираться. Подозрение на СРК, но вообще-то это метод исключения. Все-таки сначала нужно искать органическую патологию. У нас есть клинические рекомендации по диагностике и лечению запоров. Это рекомендации общества терапевтов, общества гастроэнтерологов. И мы там прямо говорим, сначала найди органическую причину. Функциональный запор – это диагноз исключения. Так, значит, и здесь пишут, значит, синдром сначала органические заболевания, нужно исключить причину, а дальше синдром раздраженной кишки. Постоянное медицинское наблюдение на правительской терапии. А что же нам делать? Мы же должны что-то такое назначить, чтобы помогало. Ну и нам нужно проверить фекальные маркеры воспаления. Вот лактоферин, дифенкальпротектин. Сейчас очень широко, значит, микробиоты кишки посмотреть, все. Но я хочу обратить внимание вот на этот белок, С100. На С100. Почему? Сейчас я вам об этом чуть позже проговорю. Это Елена Юрьевна Еремина в терапии совсем недавно, 5 лет назад она написала. Елена Юрьевна, кстати говоря, у нас из какого же она была? Из Саранска. Но для меня явилась очень интересной находкой, когда руководитель предприятия нашего, значит, Олег Ильич Эпштейн, который предложил этот препарат, вот я нашел его фотографию в интернете, результатом сотрудничества стала разработка уникального класса препаратов. Да? Почему? А он начал разбираться в гомеопатии. Гомеопатия, индивидуальная терапия не может быть включена в современную доказательную медицину. Знаете, здесь он, когда стал разрабатывать, он был просто доктором Эпштейна, а здесь он уже стал член-корреспондентом. Различие между гомеопатией и препаратами, производимыми по специальной технологии ТОАТ, технологически обработанные антитела. Значит, вот гомеопатия – это эффективной доказательности нет, известного механизма действия нет, назначения показаний нет. То, что запретили официально, не могу ничего сказать ни хорошего, ни плохого. То, что меня в детстве вылечил гомеопат, точно совершенно, это да. Так, я знаю ни одного человека, который вылечил гомеопат. Но они были великие эмпирики. А вот препараты на основе технически обработанных антител. Они имеют доказанные клинические исследования, и механизм действия их известен, назначение по показаниям. Да, так и было разработано. Значит, вот мы с вами будем говорить технологически обработанные антитела, препарат Калафорт. Мне о нем задавали не раз вопросы. На них я пытаюсь сейчас ответить, если слушатели те же на предыдущих моих вебинарах, которые я проводил в течение 2,5 месяца в самоизоляции, несколько раз мне задавали вопросы по Калафорту. Я всем своим коллегам говорю, пожалуйста, 16 июня всем все расскажу. Значит, технологически обработанные антитела воздействуют на молекулы мишени, не блокируя их, а модифицируя активность белка С100, рецепторов. Значит, белок С100, я вам его показывал, это белок воспаления, рецепторов гистамину и факторы некроза альфа, регулируя лигандорецептурное взаимодействие мозга специфического белка с серотонинами и сигма-1 рецепторами, гистамина с H4 гистаминопищеварительного тракта и функциональную активность фактора некроза альфа. Значит, здесь он где-то работает на уровне мозга, а там где-то на уровне нервных мозга и нервных волокон, а там вот это работает уже на уровне кишки. При разработке лекарственного препарата Калафорта эти фармэффекты были выбраны как патогенетически значимые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вот именно, да, мы с вами уже говорили, что там мозг и воспаление на уровне кишки. Значит, вот эти выбрали умело очень эти три момента. Функциональная активность. Они регулируют соотношение про- и провоспалительных цитокинов в кишечной стенке благодаря модифицирующему действию на функциональную активность фактора некроза альфа. Значит, в сущности, что это? Раз они будут фиксировать, они передают правильную информацию. Они – это регуляторы, это сигнальные молекулы-регуляторы.
Технологически обработанные антитела гистамину – это к фактору некроза. А вот гистамину модифицирует гистамин-зависимую активацию H3-4 гистаминовых рецепторов, подавляя высвобождение гистамина из тучных клеток, способствуя противовоспалительным, противоочищающему и спазмолитическому действию. Значит, они оказывают патогенетические противовоспалительные действия. А вот технически обработанные антитела к белковой STO регулируют функциональную активность серотонинов и сигма-1 рецепторов, нормализуя ряд висцеральных функций, деятельность толстой кишки, значит, моторику и сенсорную чувствительность. Экспериментальное подтверждение. Очень много биологических моделей мелким шрифтом. Кто хочет, может ради бога переснять. Но все это доказано на биологических моделях. Возвращаясь к тому, чем отличается гомеопатия от технологии технологически обработанных антител. То все эмпирически недоказательно, но работает в ряде случаев. А это все работает, потому что это доказано на биологических моделях. Итак, что они делают? Что они делают? Они нормализуют нервную и гуморальную регуляцию желудочно-кишечного тракта, иду по 12 часам. Уменьшают выраженность болевого синдрома, очень важно, потому что это великомученики. Кто знает этих больных, знает, что это великомученики. Купирует ощущение вздутия и переполнения желудка. Да, это тоже мучает постоянно, потому что они говорят, вот дует, но я не могу, что мне делать, не могу пропукаться. Так? Снижение внутрипросветного давления за счет спазмолитического действия. Да, вот ощущение переполнения кишки уходит. Нормализация стула, я вам дальше покажу, это очень важно. Купирует императивные позывы к дефекации, тенезмы, чувство неполного опорожнения кишки. Но это же очень важно. Вы знаете, приходят же люди, говорят, вот у меня был недавно больной, один говорит, доктор, у меня запоры. Я говорю, что значит, расскажите мне, поскольку, ну столько. Вот. Он говорит, ну раньше я ходил 3 раза в день, теперь 2. Ну, наверное, это запор, но для него это трагедия. Восстановление нарушенной моторики, да, и снижение висцеральной гиперчувствительности. Смотрите, какие важные элементы нейрорегуляции того, что происходит, и клинической эффективности. Фармакологическое действие. Не буду вам рассказывать об этом, это уже мы говорили. Значит, вот, чтобы... А, нет, надо повторить. Значит, модифицирует лиганд-рецепторы. Да, лиганд. Сейчас. Так, кто нам заговорил про лиганды? Кстати говоря, мы там вот говорили о Мечникове. Так, я не буду отвлекаться. Ладно. Так, Пол Эрлих говорил о лигандах первым. А Пол Эрлих – это другой нобелевский лауреат, который вместе с Мечниковым получил Нобелевскую премию за иммунитет. Только Пол Эрлих говорил о гуморальном иммунитете, а Мечников говорил о клеточном иммунитете. Это два великих ученых, которые получили Нобелевскую премию вместе, они друг друга не переносили, как всякие великие ученые, и при виде друг друга начинали топать ногами, указывая перстом и крича на всю Ивановскую. Батенька, вы шарлатан, вы не ученый. Так, значит, антитела к серотониновым рецепторам обладают широким спектром психотропной деятельности. Каждый колопат – невропат. Вспомним Фрейда. Так вот, значит, вот антитела к серотонину. Это направлено на него. Устраняет внутренние напряжения, тревогу, нормализует висцеральные функции, деятельность толстой кишки. Антитела к фактору некроза оказывает выраженное противовоспалительное действие. Как каждое воспаление – это предрак. Воспаление всегда. Оно бывает разным. Оно бывает бактериальным, оно бывает химическим, оно бывает нервным, оно бывает асептическим. Любое воспаление, это воспаление, оно всегда дает боль. Там всегда повышен фактор некроза опухоли альфа. Так? Значит, колофорт устраняет. И антитела к локализованной желудочно-кишечной тракте и гистаминовый рецептор оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, противоотечное действие. Я бы сказал с точки зрения клинициста, что препарат очень хорошо придумал. Ну, то, что сочетание активов, все понятно, это мы говорили. Доказательная база. Вот мы когда проводили там вот, клиническую экспериментальную базу, я вам показал, ну, там 20 или 30 биологических моделей, на которых это было проверено. А вот клинические модели, многоцентровые, двойное, слепок, плацебо-контролируемые, рандомизированные, параллельно-групповое, клинические испытания, эффективность и безопасность. В ряде клиник, тут я встречаю известные гастроэнтерологические фамилии,
А Валуева, значит, Осадчук, Пахомова, Ткаченко, Успенский, ну, все известные гастроэнтерологи. Исследование 2014 года. Исследование 2016 года. Неинтервенционные сравнительные исследования параллельной оценки эффективности безопасности клофосфотерапии синдрома раздраженной кишки. Академик Маев Игоревич, Самсонов, Андрей Алексеевич Яшин, Козюлин, Шестаков. Это в консилиум медикум, это кафедра академика Маева. Ну и Владимир Трофимович Ивашкин, он опубликовался в Gastroenterology, исследование комфорт, наблюдательные инфекционные программы, изучение у пациентов с функциональной дисфункцией, СРК и сочетание амбулаторной практики. Значит, исследование комфорт. Так, ну посмотрим, что показали Валуеву. Значит, препарат Калафорт ослабляет абдоминальную боль. Вот он снизился. Вот, это было плацебо. Да, плацебо эффект, конечно, есть. Так. А вот он снизился. Да, замечательно. Дальше что? Четырехкратную смесь спазмолитиков. Вот он, Калафорт. Это серьезно. Это серьезно. Меньше стали глотать ножку и дисплазию. Дальше нормализация паттернов стула. Я уже говорил, пожалуйста, повесьте всем моим коллегам у себя в кабинетике, повесьте вот Бристольскую шкалу. Калы больные будут пальчиком вам в нее тыкать и показывать, какую у нее форму стула. Значит, нормализация паттернов стула. Вот, видите, у 61%, да, до 96%, да почти у всех нормализовался стул. А вот на фоне плацебо у 80% это разница достоверна. Да? Потребности в стимулирующих слабительных. Это при синдроме раздраженной кишки, вызванном с синдромом запора. Вот потребность послабляющих снизилась, ну, примерно в полтора раза, тоже очень значимо. А теперь анкета висцеральной чувствительности. Там приводится, я хочу просто вам рассказать об этой анкете, потому что все это делается на основании опроса. Она переведена на русский язык, и это очень, вообще анкетирование очень важный документ. Можно анкетировать врачам, очень важно анкетировать больного. Вот при синдроме раздраженной кишки широко применяется анкета висцеральной чувствительности. Visceral Sensitivity Index. Так он предложен в 2004 году, модифицирован в 2007 году. Вот наши коллеги им пользовались, и что получилось? Смотрите, как больные сами воспринимают. Видите, изменение индекса. Улучшилось состояние, так, на треть примерно, по сравнению с плацебо. Так, следующее исследование это Григория Вениаминовича Маева. Значит, Калафорт эффективнее тримебутина по ослаблению болевого синдрома. Они сравнивают с тримебутином. Ничего плохого про тримебутин не хочу сказать, но клиника академика Маева показала, что Калафорт эффективнее. И это мини-дозы, смотрите. Это мини-дозы. А превосходит по эффективности нормализации стула по Бристольской шкале, о которой мы говорили. Вот преобладание диареи. А вот преобладание запора. Видите, насколько? Тут не нужно дифференцировать. Ведь в классическом, когда мы не говорим о клофосфоре, в классическом мы говорим, вот при запорах вам нужно послабляющие, а при поносах вам нужно закрепляющие. А здесь, да, назначил клофосфор, он работает и в том, и в другом случае. Теперь инструкция по препарату. Значит, торговые лекарства в форме таблеток. Обращаю ваше внимание, таблетки для рассасывания. Вот. Для рассасывания, не для глотания, а для рассасывания. Антитела он содержит. Антитела к человеческому фактору некроза афинно очищенные. Антитела к мозгоспецифическому белку афинно очищенные. Антитела к гистамину афинно очищенные. Вспомогательные вещества биологически нейтрально. Но если только имеется лактоза. Так, если имеется лактазная недостаточность. Так, фармгруппа спазмолитики в комбинации с психотропными препаратами. Значит, лекарственный препарат официально разрешен. Теперь почему же в рот? Почему рассасывать, не глотать? Ну, во-первых, громадная васкуляризация. Значит, подъязычное введение препаратов считается богатейшие вены, богатейшая венозная сеть. И как это внутривенное введение. Значит, вот надо вот сюда вот его положить, рассосать. Дальше, что там происходит? Слизистая оболочка рта обладает громадной всасывающей способностью.
Она различна на участках. Свойства используются для введения лекарственных препаратов. Валидол. Помните классический, что нормальная слизистая оболочка всасывает лекарственные вещества быстрее, чем патологически измененные. Вот это нужно посмотреть. Так, нет ли авточек, нет ли воспаления, когда, в том числе, когда вы назначаете талафон. Фактор, определяющий всасывание, гидрофильность, молекулярный вес, полярность. Ну, там у нас же микровещества, это же молекулы. Да? При сублингвальном применении лекарств через слизистую оболочку ротовой полости хорошо всасываются липофильные вещества и относительно плохо гидрофильные. Но мы там посмотрели состав. Состав такой, что всасывание очень легкое. Так, при всасывании преобладает один из перечисленных механизмов в зависимости от пути введения психико-химических свойств. Всасывание происходит в основном пассивной диффузией, в меньшей степени фильтрации. Но вот что, на что я хотел обратить ваше внимание. Наибольшая скорость всасывания в области десневой бородки, подъязычной области и полости дна, и дна полости рта. Вот именно туда. Итак, десневая бородка подъязычной области, полость рта. Значит, под язык сбоку прижать десне. Ну, друзья мои, значит, я хочу поблагодарить всех за внимание. Всем хочу пожелать здорового пищеварения. Сказать, что мы вооружены еще одним очень хорошим отечественным препаратом, что у нас будет полно обращений, просто вот гарантирую, полно будет обращений по синдрому раздраженной кишки, по пост-ковид-синдрому раздраженной кишки. Всем вам пожелаю здоровья. Ну, а в следующее, значит, ежедневный утренний диалог на фоне лечения колокордом должен быть следующий. Вот это вот счастливые люди, которые получили, произошли с хорошим стулом, значит, вот это он. Ну и такой утренний диалог. Добрым утром, моя микробиота, спасибо за хорошее настроение, прощай, хозяин, удачного дня. Спасибо вам большое, на всем я свою лекцию заканчиваю и буду отвечать на вопросы. Так, вот, теперь, значит, вопросы. Возможно ли назначение колофорта при воспалительных заболеваниях кишечника в комплексной терапии за счет противовоспалительного действия? Возможно. 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 Он сочетаем со всеми лекарственными препаратами. Там другой механизм действия. Но как, по какой схеме нужно и по максимальным курсам? Пожалуйста, это предложено примерно на 3 недели рассасывать дважды или трижды в день. Скажите, пожалуйста, есть ли специфические симптомы кишечной формы, указывающие на этиологическую роль COVID-19? Ну, диагностика есть. Значит, надо, это же сейчас в специальных лабораториях производится. Значит, нужно посмотреть анализ, есть ли там ДНК, так, и есть ли там вирус. А в принципе, этому должна предшествовать клинически проявляемые себя COVID-инфекции. Ежели больной имеет только эту симптоматику, международные клинические рекомендации, наши отечественные, вот мы сейчас создаем наши национальные рекомендации общества контроля, больных с внезапно развившимся диареей на фоне во время этой эпидемии все-таки проверять на наличие ковидной инфекции, даже если нет другой симптоматики. Какой препарат лучше принять, чтобы не было расстройств ЖКТ? Друзья мои, ну я не понимаю вопроса. Меня, ради бога, извините. Какой препарат лучше принять? Повторяю вопрос. Какой препарат лучше принять, чтобы не было расстройств ЖКТ? Ради бога, не понял. В каких ситуациях, каких расстройств? Ну, значит, лучше не препарат, а лучше здоровое питание. Вот как хотите. Здоровое питание, хорошее настроение. Следите за регулярным стулом. 1-2 раза в день. Уже показал последнюю картинку. Зря ее сняли. Надо было посмотреть. Это вот жизнерадостная четверка вот этих вот наших молодых людей, которые очень хорошо покакали с утра, показывают большой палец и прощались со своей отработанной микробиотой. Как можно заподозрить ковидное поражение ЖКТ при исходных симптомах отсутствие температуры, ну, проверить на наличие ковидной инфекции. Так, разными способами проверяют, там, иммуноглобулины, все. Так, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможность ли применение ПСРК эндометриозе, распространившимся на кишечник? Ну,
Я думаю, что СРК при эндометриозе в несколько иной. Это не СРК, это эндометриоз кишки. Друзья мои, тут надо очень серьезно, тут надо лечить эндометриоз, и может быть даже оперативно. Есть ли клинические испытания по использованию педиатрической подростковой практики препарата Калафорт? Ну, клинических испытаний не было, подросткам разрешен, детям вам не рекомендую. Как помочь ребенку с ДЦП? С ДЦП запорами. Как вам с ДЦП запорами? Знаете, что нужно посмотреть? Нет ли, мой вам совет практически, посмотрите, нет ли у ребенка синдрома Пайла или Пайра, или синдрома Хилаидити, или Долиха Сигмы. Надо посмотреть, надо ему сделать колоноскопию или компьютерную томографию толстой кишки. Нет ли там, если ДЦП, нет ли там врожденной какой-либо патологии толстой кишки. Посмотрите, пожалуйста. Есть ли еще ко мне вопрос, уважаемые коллеги? Так, сейчас, наверное, принесут. Спасибо вам большое. Так, подростку 15 лет, в течение 2 с АДФ 40 посещает психолога, перед выходом обязательно вакцину в течение туалет вопросов. Назначьте, конечно, назначьте и посмотрите. Но с этим подростком нужно серьезно поработать. Все ли, и знаете, где там, что поработать? В семье. Друзья мои, посмотрите, что за обстановка в семье. Поговорите с психологом, с психоневрологом, что за обстановка в семье. Да? Уважаемый Борис, скажите, при СРК боли с запорами можно назначить в комплексе с дорсалгином? Ради бога, я уже говорил, что Калафорт можно назначить в комплексе со всеми препаратами. Назначьте Калафорт, а потом потихонечку начнете от дорсалгина уходить. Но, видите, дорсалгин – это же спазмолитик. А какие запоры? Может быть, они не спастические, да? Может, они не спастические, может быть, они атонические, а мы назначаем дорсалгин. Запоры же тоже разные бывают, да? Спастические, атонические запоры. И я еще хочу вам сказать, вот опять же запоры, друзья мои, вот еще раз обращаю ваше внимание. Пожалуйста, сначала исключите какое-либо органическое поражение кишки. А потом уже будем говорить об СРК. Так, еще мне несут вопросы. Нет? Все. Ну, я вам хочу пожелать всем здоровья. И, пожалуйста, дружите со своей микробиотой. Раз или два раза в день с ней встречайтесь. Говорите ей большое спасибо за хорошее настроение. И прощаемся с ней. Друзья, я с вами прощаюсь. Всем здоровья. У меня еще несколько будет вебинаров в этом месяце. Так что встречаемся. Там у меня будет и по неалкогольной жировой болезни печени, и по резистентности к антихеликобактеру. Так что продолжаем с вами дружить. Всего вам самого наилучшего. Спасибо.